Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банденита Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопижано Самайуктам Бриндаванам Манохарам Ванча Калпатарувасча Кипасинду Бхавача Патитананг Павунибха Вишнабхибхьо Намо Намаха Мукам Каропи Вачаланг Пангунланг Хайтигирим Яткипатамахна Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеввай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мадир Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхайям Сада Парихабагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатвихам Панутабал Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджита Кимабигабхудушвадарши Пурунануррагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламбита бхужау канука бодато Шанкиртанай капитаро камала ятакшо Вишамбаро вижабаро югадхарма пало Банде ягат приякаро каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппенна саданаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивуши тобам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Ваги саджасва вадане Лакшми риджасва ча бхакшаси Ясасти хиде самбир Твам нишингам ахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Хари Хари Ятха Ятха Атма Паримиджата Сау Матпунна Гатха Савану Видхану
татха татха пасяти васту сукшам чакшу сайва аньяна сампрайакшам. Ятха ятха атма паримиджате асоу. Ятха ятха атма паримиджате асоу. Матпунна гатха савано виданой. Татха татха пасяти васту сукшам чакшу сайва. Чакшу сайва аньяна сампрайактам. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, Гаурия преданные не поддаются влиянию концепциям этого мира. Они не затеряются в потоке материальных концепций. Flow of conception as well. They are not going to float themselves in the current conception going on, current of flow. They have some speciality. They never like to make any compromise. Преданные не идут на компромиссы с сахаджиями. Mayavadi never. They have some speciality. Какова же их особенность? В чем заключается их особенность? Прабхупад говорит, что у гаудия преданных есть особенность. И что же это за особенность? Особенности в Сиддханта Вичаре и особенность в служении. Как вы помните, я говорил, что сева и сиддханта практически одно и то же. Потому что сиддханта означает следование апракрита брахме. А сева — это примененная сиддханта. То есть, когда она в устной форме или в написанной форме, это сиддханта. Сиддханта, которую излагают представители нашей Гуру Варги, говорят, они говорят ее, основываясь на своих осознаниях. То есть у них есть личный прямой опыт того, о чем они говорят. Они говорят, лишь основываясь на него, только о том, что они сами осознали. Таким образом, сева и сиддханта едины. Это одно и то же. Когда сиддханта предстоит перед нами в проявленной форме, это служение. Когда служение проявлено в устной форме, оно становится сиддхантой. Таким образом, мы должны всегда помнить, что мы гаудии. I'm not going to speak anything about them. Especially they can reserve. I know day by day people, they are going to throw everything. Я знаю, что день за днем люди будут пренебрегать гаудия вайшнавизмом. Уже день за днем мы видим это. Вчера я много говорил о ачаре, о чаране, о том, что делать нужно, чего не следует.
То, чему я не следую, я не должен говорить. То есть я говорю только то, чему я следую сам. И зависит от вас, готовы ли вы принять то, что я говорю, или нет, готовы этому следовать или нет. Харикатха не должна быть какой-то измышленной философией. Харикатха — это трансцендентный звук, трансцендентная вибрация. Она не сходит из трансцендентного мира. Мы должны твердо верить в это. Гуру следует всему, что он говорит, в нем присутствует и ачара, и ачаран. Подлинная ачария следует всему. Но как понять, кто на каком уровне находится, кто занимает значимое положение, кто нет? Важность, значимость дживы, значимость живого существа зависит от того, какое положение она занимает в обществе, как, то есть такова картина этого мира. То есть в соответствии с положением человека мы выносим суждение о нем. Но это не работает в отношении баджана. В баджане все зависит от степени сознания, от того, насколько развито сознание дживы. И в соответствии с развитием вашего сознания, гуру Вайшнава ценит вас, оценивает вас. В материальном мире люди не понимают, когда почтение выражается какому-нибудь юному человеку, юному юноше, как, такому, как Шукадев Госвами, к примеру. Я уже много раз говорил, что атма без покрытия, без осквернения, она чиста. То есть атма сама по себе чиста, она сама сияющая, она пракашама, гьянамой. Ичхамай. Все эти качества присущи душе. Кришна говорит Удаве, что если джива попадает под влияние майи, появляется покрытие, покрытие на душе, на атме. Но если такая джива начинает слушать харикатху обо мне, киртан, если она будет делать это постоянно, она очистит свою атму, произойдет чейта дарпана марджанам. Все зависит от того, как вы слушаете и от кого вы слушаете. То есть трансцендентные темы обо мне сможет очистить
душу в соответствии с тем, насколько она, с какой искренностью она слушает. Этот процесс можно сравнить с тем, когда мы наносим на глаза каджал для того, чтобы улучшить зрение. В детстве моя мама делала так мне. Раньше всем детям наносили каджал. И благодаря этому зрение ребенка становилось хорошим. Настолько хорошим, что он мог видеть, разглядеть мельчайшие детали, малейшие предметы. Я однажды видел 80-летнюю, моя бабушка, ей было 80 лет. И она с легкостью вдевала нитку в игольное ушко. А сейчас мы уже с трудом это делаем, потому что зрение у нас не настолько хорошо, насколько было ее. Точно так же, как зрение улучшается благодаря каджалу, точно так же в соответствии с тем, сколько вы можете переварить из харикатхи, которую вы слушаете, ваше восприятие трансцендентного станет очень тонко, восприимчиво. Вы больше не будете видеть вокруг себя грязные вещи. Вы будете видеть повсюду своего Иштадева. Махапрабху говорит Рай Рамананде. Рай Рамананде говорит: «Прабху, я вижу в тебе нечто особенное. Я вижу, как Радха и Говинда обнимаются и образует собой тебя. Скажи мне, что это?» И Прабху ответил: «На самом деле ты Маха Бхагавата, ты великий преданный, поэтому ты повсюду видишь Бхагавана. Нет, не шути со мной, скажи правду. Кто ты? Скажи правду». Вновь и вновь Рай Рамананда повторял. То есть он сказал: «Я узнал тебя». И Прабху засмеялся и сказал: «Пожалуйста, никому не говори. Ты прав, я и есть Рада Говинда Расарадж Махабхав. Никому не рассказывай». То есть, в конце концов, он признался, но вначале он хотел обмануть Рай Рамананду. Махабхагавата Вайшнав не смотрит на людей, как на мужчину, женщину, и не видит никаких грязных вещей вокруг себя. Он повсюду видит лишь Верховного Господа. И это подлинный даршан, совершенный даршан. Ведь Бхагаван находится в сердце каждого, тем не менее, крайне сложно увидеть его. Нельзя сказать: «Так, все, с сегодняшнего дня я буду повсюду видеть Господа». Так невозможно. Для этого необходимо совершать баджан. Рай Рамананда говорит, Махапрабху говорит Рай Рамананде: это этот стих на бенгале, но вы легко можете его понять. Махапрабху говорит: «О Рай, Шабда Васту, наша цель — это Кришна Према. Мы не сможем достичь ее без садханы. Возможно, предположим, я совершаю садхану. Но если она не совершенна, достичь цели у меня не получится. Такая садхана не поможет мне обрести то, к чему я стремлюсь, обрести Бхагавана Шри Кришну». The target of bhajan can never be had without perfect bhajan.
То есть без совершенного бхаджана, не совершая совершенный бхаджан, невозможно достичь Кришны прямо. Поэтому ты обучи меня, как совершать бхаджан. Сам Махапрабху говорит это Рай Рамананде. То есть это пример нам, что без бхаджана, без садана мы не сможем достичь нашей цели. Махабхагавата, который смотрит ли он внутрь себя, смотрит ли он снаружи на этот мир, он повсюду видит Иштадева, своего Иштадева, того, кому он поклоняется. Примерно 8-9 месяцев назад я объяснял одну шлоку из Шримад Бхагаватам. Один преданный задал мне вопрос. Я слышал. Что цель — это Кайвалья, а вы говорите обратное. Я вкратце что-то рассказал ему в ответ здесь, а потом еще в Харидваре дал Харикатху. Прабхупад говорит, что Кайвалья — не что иное, как према. Возможно, вы никогда не слышали этого слова, но Прабхупад говорит, то есть это эволюционное заявление. Абсолютная кайвалья — не что иное, как Кришна-према. Это то, когда вы отождествляете себя с Кришной. То есть ни при каких обстоятельствах вы не оставите его. Вы так схватили Кришну, что Кришна уже не упорхнет от вас. Это и есть према. Никто об этом в действительности не говорит. Есть, существует океан Шастра. И все их изучить невозможно. Жизнь слишком коротка для этого. Беритесь за что-то одно, в жизни не хватит, за что-то другое тоже в жизни не хватит. То есть сказано, что океан Шабда-шастр. То есть если вы хотите переплыть этот океан, состоящий из Шабда-шастры, это невозможно. За всю свою жизнь вы все это не перечитаете. Поэтому нам необходимо положиться на милость. Это лучший способ, лучший из доступных нам путей. Потому что Рупа, Санатан, Джива, Госвами Пад, Бхактивинод Такур взбили океан, то есть извлекли, взбили океан из шастр и извлекли самую суть. Они дают нам сливки. Всего знания. Бхактивинод Такур понимал, что у нас нет возможности даже изучать шастры шести госвами, того, то, что написали шесть госвами, потому что мы не знали ни санскрит. Конечно, язык — это не ключевой момент. Язык — это не харикатха. Неважно, то есть харикатха может быть на любом языке. То есть вы, поэтому вам незачем ожидать от меня какого-то высокого слога, языка. Но что я могу вам дать, чего вы можете ждать от меня? То, что я получил от моего гуру Махараджа. Язык — это не харикатха. У харикатхи нет языка.
Конечно, язык до какой-то степени нужен, но это один лишь язык, еще не харикатха. При помощи одного лишь языка невозможно говорить, рассказывать харикатху. Харикатху можно рассказывать при помощи сердца, через сердце. В действительности, для харикатхи необходим баланс между языком и сердцем. Предположим, саду ни с кем не разговаривает. Один какой-нибудь саду ни с кем не разговаривает. Но его поведение говорит само за него. Мы видели, как в больших собраниях сидят представительные махараджи, саньяси. То есть мы видели, как когда в больших собраниях Шрила Бхактиван Пури, Госвами Махарадж, Шидар, Госвами Махарадж, они сидели на сцене, то есть на возвышении, и они сияли, они светились, они не были похожи на обычных людей, как полубоги, как от полубогов исходило от них сияние. И неважно было, рассказывали они харикатху или нет. То есть по одному взгляду можно было понять, что это необычная личность. Их могущество было таково, что их вид говорил сам за них. То есть лишь глядя на них, можно было, сердце менялось. То есть если где-то в каком-то собрании присутствует саду, и неважно, говорит он или нет, если он следует всем, то есть у него есть ачаран, то мы почувствуем, он окажет влияние на окружающих. Ачаран крайне важен. Рупа Госвами, Санатан Госвами Пад. Они не рассказывали харикатху. Вы когда-нибудь слышали харикатху Рупа Госвами Пада? Джива Госвами Пада. Нет, в действительности их харикатха — это их ачаран, их образец, их пример поведения, их собственный пример, их книги. Рагунат Бхатта — сын Тапана Мишры из Варанаси. Вы можете задаться вопросом, почему Тапан Мишра жил в Варанаси, в майвадском месте. Он на самом деле никогда туда по собственной воле не ходил. Махапрабху приказал ему идти туда. Иди туда, и там ты со мной встретишься, несмотря на то, что тот не хотел. Махапрабху предсказал это еще даже до того, как он принял саньясу. Когда он пошел в Западную Бенгалию, Восточную Бенгалию, чтобы обучать в Якаране. Это в действительности была всего-навсего игра, лила. Тысячи учеников пришли к Махапрабху там и выразили свое желание учиться у него. Но это в действительности был просто предлог. Махапрабху хотел проповедовать там харинам, хотел обучать харинаму, садхана татве. Сейчас мы видим, что мало кто обладает пониманием садхана татвы, того, о чем нам говорил Махапрабху. Возможно, кто-то знает до какой-то степени, но ясного понимания не наблюдается. Куда бы Махапрабху ни шел, он везде хотел проповедовать садья, садхана, татву. Всюду, куда бы он ни шел, в Южную Индию, в Варанаси. About
То есть, когда Махапрабху пошел в Восточную Бенгалию, он приказал Тапана Мишри идти в Варанаси. Тапана Мишри однажды приснился сон, где был Махапрабху. Махапрабху в то время был еще простым учителем. Он кому-то рассказал, ему посоветовали: отправляйся к Махапрабху, он тебе все расскажет. То есть ему приснился сон Аджана Ламбита Бджо. Там был Махапрабху в этом образе. Махапрабху невероятно прекрасен и в то же время очень могущественен. И Махапрабху пришел к Тапана Мишра пришел к Махапрабху, и Махапрабху сказал ему: ты совершай нама санкиртану, это лучший способ совершения баджана. Через него ты добьешься всего. Ты встретишься с самим Бхагаваном. Но ты должен совершать его совершенным образом. Итак, мы не можем видеть тонкие вещи, тонкие объекты. Что под этим подразумевается? То, что недосягаемо для материальных глаз, то, что невозможно увидеть материальным взором. Можно подумать, что под микроскопом, наверное, можно разглядеть. Об этом идет речь? Нет. Да, можно разглядеть под микроскопом бактерии, вирусы. Люди очень самоуверенные. Они думают, что они могут видеть абсолютно все. Но даже они не могут увидеть ни вирусы, ни бактерии, ни молекулы. А вы хотите, вы еще и хотят увидеть Бхагавана своими глазами. То есть они даже не способны увидеть какие-то маленькие материальные элементы, а хотят увидеть трансцендентного Господа. Получается, что для того, чтобы увидеть Господа, необходим третий глаз. Необходимо, чтобы он открылся. И он в действительности уже есть у нас. Но, к сожалению, сейчас он слеп. Мы не можем его открыть из-за слабости. А когда это произойдет, мы сможем увидеть эти, мы сможем разглядеть тонкие вещи и сможем все осознать. Мы оставим наше следование беспокойному уму, и мы будем просто поражены тому, что нас окружает. Сможем увидеть все таким, как оно есть. То есть при помощи баджана необходимо открыть третий глаз. Глаз преданного настроения. Преданности, глаз преданности. Сегодня вечером я буду продолжать говорить об этой шлоке. Я вчера что-то говорил, но я недоволен тем, то есть не до конца сказал. То есть нас окружает материя, но как достигнуть тонкого видения? Если я буду рассказывать слишком много таттвы, вы не сможете ничего понять. А когда я просто рассказываю пример, какой-то практический пример, вы легко можете все понять. Вечером я продолжу говорить об этом. Сейчас нет на это время. Мы должны продолжать Бхагавата Катху.
you are ordered to open your third eyes. Итак, вы должны открыть третий глаз, при помощи которого вы сможете продвигаться в баджане. Но это не так просто. Вы сами ответственны за свое продвижение. Вы должны помогать сами себе. Но вы не делаете этого. Все ваши вопросы и проблемы будут решены, если вы по-настоящему будете помогать себе. Об этом говорят даже в Англии обычные люди. Господь помогает тем, кто помогает себе. Тот, кто помогает себе сам. Я еще в детстве это усвоил. А тот, кто ничего не делает, думает, а ну, когда-нибудь я этим займусь. Да, можно ждать до бесконечности, рождаться, умирать, как нравится вам, как хотите. То есть мы должны помогать себе сами. Прежде всего, нужно быть справедливым к себе. А потом вопрос Харикатхи и всего остального, это уже второй вопрос. Прежде всего, нужно разобраться с собой. И каждый в этом мире должен услышать это и почувствовать стыд. Я обязан говорить об этом. Нужно прежде всего необходимо быть справедливым к себе, не обманывать других. Иначе вы будете наказаны до бесконечности. Вы будете наказаны навсегда. Бхагаван не простит вас. Бхагаван может простить слабого, падшего. Но он никогда не простит лицемера. Тот, кто падший, говорит, что я не могу иначе, Бхагаван простит его. Но лицемеров Бхагаван терпеть не может. Тех, у кого гордых, лицемерных. Я сейчас говорю горькие вещи для того, чтобы обучить вас, чтобы помочь вам. Все плохие случаи, которые происходили со мной, все я воспринимал как что-то позитивное, потому что я извлекал из них уроки. Сложилась ситуация так, что я был вынужден покинуть храм, покинуть матх. Я понимал, что я могу уйти куда угодно в любой момент, все равно я буду совершать баджан. То есть это даже произошло не в одном матхе, я покинул несколько матхов. В то время мне было горько от этого. Но постепенно я понял, что все это ради моего блага. Если они не следуют, абсолютно ясно, если они не следуют правилам, я тоже не смогу следовать. Они не будут, то есть они будут препятствовать тому, чтобы я писал книги, чтобы я рассказывал Харикатху. Мне сейчас не позволяют говорить в больших собраниях, потому что из-за зависти. Вначале, то есть как прошел этот процесс в моем случае? Сначала я почувствовал себя беспомощным,
Но потом Шрила Санта Госвами Махарадж написал мне письмо и сказал: «Ты должен, ты ответственен за всю сампрадаю, ты должен защищать ее». А я думал, да как я могу что защищать? Я нищий сейчас во Вриндаване. Живу как нищий во Вриндаване. В то время мне было абсолютно непонятны слова Шрила Санта Махараджа. Я думал, я собираю подаяние, пищу, то есть и во всех. Сейчас я понимаю, что во всех. Я в конце концов понимаю, что я сейчас способен совершать вани-севу, благодаря всему, что произошло. Это произошло по желанию Бхагавана, и я чувствую себя счастливым, потому что это настроение моего гуру Махараджа, вани-сева, служение писанием. Гуру Махарадж жил крайне просто и целыми днями занимался служением. Он писал. Я понимаю, что у меня есть возможность продолжать это служение. Всего 80 книг на сегодняшний момент я написал. Около 80, все вместе и на санскрите. Если всех сложить, и опубликованные, и не опубликованные, всего 80 книг. И сейчас я понимаю, что все это было планом Нитьянанды. И мне забавно вспоминать обо всем, что было. Таким образом, Нитьянанда может погрузил меня в океан страданий. Он может погрузить в океан страданий, чтобы я изо всех сил пытался найти прибежище у его лотосных стоп. Иногда мне больно от того, что произошло, почему там себя один так повел, другой так. То есть, если бы они этого не сделали, мое служение было бы лучше и больше, и бы я смог служение совершить. Но я понимаю, что все должно, все так, как должно было быть. Мне пообещали, что я могу оставить библиотеку в зале, но когда я пришел туда, то есть мне выделили помещение под библиотеку, под книги, которые у меня были. Но когда я пришел туда за книгами, когда книги уже были там, меня просто не пустили к ним. Я сейчас не лгу, потому что я сижу перед Шримад Бхагаватам, я это не могу сделать. Я мог бы поверить, что я даже не поверил бы, чтобы материалист какой-то сделал так, но чтобы саду так поступил. Я знаю, что люди сейчас просто идут в ад, идут в огонь, в пламя, в полыхающий костер. Они слушают Харикатху, но это не Харикатха, а кама. То есть она скрытая кама. Там наслаждение, стремление наслаждаться в этой Харикатхе. Как Гуру Кшардас Бабджи Махарадж говорил: «Не ходи тут». «Откуда ты пришел?» — спрашивал он у своего гостя. А тот говорит: «Я ходил вот там где-то Брамарагиту слушал на том берегу». А Гуру Кшардас Бабджи Махарадж сказал: «Не ходи туда. О, ну там так здорово, там так интересно, так сладко там, они говорят». А Гуру Кшардас Бабджи Махарадж сказал: «Не ходи туда». Он всего одну, вот эту фразу сказал: «Не ходи туда», а потом сказал: «Это не Харикатха». Это разговоры о деньгах, деньгах, деньгах. Ну, имеется в виду, что там только деньги, 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 и ничего кроме них. Махарадж, они там говорят о преме, они даже в пыли валяются от премы, от духовного экстаза. Да нет, Гаркша Бхагавад сказал: «Нет, они на самом деле, как они могут говорить о Радхе Говинде,
когда они не избавились от обычных мирских пороков. Не ходи туда, сказал Шасбабджа Махарадж. Таково его настроение. Они могут одурачить весь мир, обмануть всех. Иначе... То есть, таким образом, они на себя навлекают огромное наказание. Они, может быть, проживут, могут жить 5-10 лет, но потом последует серьезное наказание за то, что они делают. То есть много примеров тому, что наше подтверждение тому, что нынешнее общество идет в ад. Нынешнее духовное общество, общество преданных. Прежде всего, самый первый критерий. Не должно быть зависти. В преданном не должно быть зависти. У Шрилы Бхакти Прабхупады и Госвами Махараджа не совсем понимаю, о чем идет речь, но что-то произошло. В группе Бхакти... То есть... Шрила Бхакти Прабхупада Госвами Махарадж был... Никогда не говорил лжи. So Prabhupada speaking, we cannot arrange the situation. Итак, Прабхупад говорит, что мы не можем. То есть суть в том, что мы находимся в такой ситуации, мы не можем сделать так, чтобы даже каплю бхакти обрести. Так же, как крыса не может печатать книги. Но что она может? Может грызть их, уничтожать книги. То есть, что мы можем, мы так же, как эти крысы, можем разрушать. Если кто-то пришел, послушал какую-то веру, какая-то вера у него появилась, потом он слышит от окружающих, не ходи туда, там ничего хорошего нет. So you see, yesterday I told our whole life. Итак, вчера я говорил о том, что мы должны учиться всю на протяжении всей жизни. Таково настроение Парамахамса. Он учится у каждого, у всего, что он видит. Я перечислил 24 гуру Аватхута. Луна, океан,
и так далее. Вчера я перечислял все их. Стихи нужно читать очень внимательно, потому что если малейший звук будет произнесен не так, как надо, значение стиха будет противоположным или не будет верным. Земля, Притхви, Ваю, воздух, ветер, Акаш, Чандра, Луна, Солнце, голубь, питон, океан, мотылек, который летит на огонь. Пчела, мадукрит. Пчелы, которые собирают мед в улей. Пчеловод, который забирает мед и разрушает улей. Пчелы годами собирают мед. Годами строят улей. Но человек приходит и за секунды все ломает. Ломает. Так жестоко ломает улей. Рыба, олень, блудница Пингала, которая в конце концов стала преданной. Маленький мальчик. Кумари, незамужняя девушка. Охотник, змея, паук. And one can special insect, so precious creed, I can come. All they are my guru. After that, все они мои гуру. So all 24 different kind of guru, what all I have learned, what all I have learned from them, then I'm going to speak. Сейчас я поделюсь с тобой тем, чему я научился от них. Is Avadhut Maharaj going to speak
И он начинает перечислять одного с другим гуру. Одной лишь харикатхи с картики будет достаточно, чтобы освободить вас и чтобы вы достигли лотосных стоп гуру и Нитянанды. Приняв прибежище у всего, что в того знания, которое я извлек от моих гуру, я спокойно теперь живу. Абсолютно никаких волнений, беспокойств не осталось. В это сложно поверить, но для чистого преданного это так. У чистого преданного нет никаких беспокойств, переживаний. Я очень многому научился от своих гуру, но как я это сделал? Каким было его видение? У нас тоже есть определенное видение. Каждый видит по-своему. У всех, кто тут присутствует, свое собственное видение. Да даже у кошки есть видение, ее собственное видение, у крокодила, у собаки. Потому что это сознающие существа, и есть их собственное видение. Но чистое видение особенно, потому что оно основано на татва-гьяне. Каждое живое существо обладает своим собственным видением, своим даршаном. Но видение саду отличается от того, что видят окружающие, потому что оно подкреплено татва-гьяной. Когда тигр смотрит на вас, он видит перед собой еду, вкусную пищу. Если вы попадетесь тигру в лесу, он может вас съесть. Такое часто случается в Южной Бенгалии. Но когда я смотрю на вас, я вижу перед собой прекрасных матерей, отцов. Я понимаю, что я должен выражать вам почтение. Также я могу думать, что Радхарани передо мной предстала в вашем образе. Таково мое видение. А ваше видение тоже отличается друг от друга. И баджан — это
сделать видение, свое видение таким же, как видение читания Махапрабху. То есть если я приведу в гармонию, в единство Гуру Даршан с моим Даршаном, то есть видение, сделаю свое видение таким же, как видение Гуру. Когда это произойдет, я достигну успеха, совершенства. Разве сейчас я вижу вещи такими, как они есть на самом деле? Но чем больше мы служим Гуру, тем больше наше зрение становится совершенным. А без баджана это невозможно. Мы будем просто повторять, вот я получил дикшу от такого вайшнава. Но на самом деле, если вы получили дикшу, вы должны результаты какие-то иметь. То есть вместе с дикшей приходят определенные плоды. Если их нет, то это говорит о том, что есть какие-то проблемы, какое-то несовершенство этого процесса. С вашей стороны или... Чему же ты научился у земли? На самом деле мы можем очень много уроков почерпнуть. Люди набрасываются на землю, застраивают огромными зданиями, создают атомные бомбы и хранят в земле их. Мы не представляем, как наша мать-земля испытывает, как страдает она, как ей больно. Ученые не понимают, они хуже, чем животные, когда они издеваются так над землей. Они проверяют под землей атомные бомбы, но никто даже не догадывается, как больно матери земле. Этого нельзя делать. Стоит 120-этажные здания. У них есть деньги, и они делают это. Настолько высокие, что достигают даже облака. Но что человек от этого получает? Какова цель конечная? Что они хотят этим добиться? Люди подобным животным, мы как животные. Что делать с этими 120-этажными зданиями? Зачем столько? И оружие делает такое, что оно как-то высокоточное, что оно может прилететь из одной стороны в другую, так же, как делали во время... Например, Дашаратхи Махарадж так стрелу выпускал, так стрелял, что стрела могла лететь на голос,
То есть она по звуку летела и точно в цель попадала. А в конце концов, когда Дашарат Махарадж подходил, однажды он убил прекрасного мальчика, брахмана. Когда он подошел к прежней цели, то есть он увидел, он думал, что там олень, который пил воду, и поэтому он выстрелил. То есть она, эта стрела летела на звук. И так получилось, что рядом был мальчик, который лил воду. И то есть именно на звук стрела прилетела и поразила мальчика. Он был сыном могущественного мудреца. Дашарат Махарадж был в шоке, он думал, то есть он начал рыдать, взял на руки мальчика, подумал, меня проклянут. И он стал раскаиваться. Он принес отцу сына. Я совершил огромную ошибку. Я убил твоего сына. Отец мальчика был слепым. Он сказал, я слеп, и мой сын был моей единственной опорой. Единственной поддержкой, ты также умрешь, как и он умер. Проклинаю тебя. Также ты так больно мне сделал из-за того, что убил моего сына. Ты также лишишься жизни, как и он. И это произошло с Дашарат Махараджем, когда Рамачандра покинул королевство, покинул его, он испытывал такую же боль, как отец убитого им мальчика. Для чего люди делают это? Они даже не понимают, чего они хотят. Когда цель ясна, мы стараемся ее достичь. Но если цели нет, к чему стремиться? Итак, чему мы можем научиться у Земли? Демонические люди, демоны нападают на Землю, и то есть что только с ней не делают, и бомбы на ней испытывают, и застраивают ее тяжеленными зданиями. Но Земля не говорит ни слова. В Японии, все вы знаете, Хиросима и Нагасаки. И ученый, который создал эту бомбу, сказал, я никогда не хотел подобного. Он рыдал, он говорил, я просто делал это как исследование. Я не хотел людей убивать, но они сделали такое. Точно так же мы приняли прибежище Гуру Пада Падмы и пользуемся этим. Заявляю всем, я ученик вот такого-то вайшнава. Это использование славы гуру в своих личных корыстных интересах. Если человек по-настоящему принял прибежище вайшнава, он никогда не будет хвалиться этим. Завтра мы продолжим говорить о том, какое учение извлек Аватхота у Земли, чему он научился у нее. Притхи Ма плачет, Мать Земля плачет. Сейчас мы также мы должны стараться не причинять ей боли, даже если мы ставим где-то, строим храмы и что-то возводим на земле, мы должны просить у нее прощения, пожалуйста, прости. Мы вынуждены делать это, строить.
Завтра мы продолжим. Старайтесь слушать внимательно и переваривать. Несварение — это плохо. Переваривайте. Старайтесь переваривать всю харикатху, которую слышите. А если кто-то задаст вам вопросы, вы должны отвечать.